Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил предстоящий визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву. На 7 апреля запланирован рабочий визит премьер-министра Армении Пашиняна в Москву. Состоятся его переговоры с президентом Путиным. В первую очередь, конечно же, будет обсуждаться ход имплементации трехсторонних договоренностей и трехстороннего документа, который положил конец боевым действиям в Карабахе, сказал представитель Кремля. Как передает канал 13 со ссылкой на РИА Новости, кроме того, по словам Пескова, стороны поговорят о внеочередных парламентских выборах в Армении и разблокировании транспортной инфраструктуры Закавказья.